Драма, классическая музыка, современная хореография и изобразительное искусство. Все это соединилось в мультижанровом спектакле «Князь Владимир. Самарская страница». Но как же силу доказать свою? Как сделаться правителем достойным? Пойми, что сила князя не в мече. В партии великого князя Владимира лауреат «Золотой маски» Роман Андрейкин. Княгиню Ольгу играет знаменитая балерина, народная артистка России Илза Лиепа. Вместе с уже именитыми артистами в постановке участвуют и начинающие – воспитанники детского музыкального театра «Задумка». Спектакль, конечно, не первый, однако после каждого спектакля это, безусловно, мандраж, какое-то волнение уже отходит на второй план. Главное во всей работе, я считаю, выдаваться эмоционально. Эмоционально у нас сегодня выдать все получилось. Впервые спектакль «Князь Владимир» был поставлен в 2018 году на сцене Большого театра в Москве. Изначально в постановке участвовали три творческих коллектива из разных городов – Керчи, Екатеринбурга и Самары. Но выбор пал именно на нашу труппу. Идею о возрождении спектакля удалось реализовать благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Певучий русский язык в сочетании с великой музыкой становится воплощением русского искусства. Все это отсылает нас к той далекой эпохе, однако постановка остается современной и легкой для восприятия молодыми зрителями. Очень нам понравилось, особенно, ну, как танцуют дети. Естественно, мы впервые видели вот так вот вживую Ильзу Лиепу. Патриотизм, я не знаю, очень прям эмоции на нас нахлынули. На сцене театра оперы и балета прошел заключительный в этом году показ спектакля. За несколько месяцев его зрителями стали более 9 тысяч человек. Каждый получил в подарок буклет с QR-кодами, благодаря которым можно повторно увидеть лучшие фрагменты постановки. Еще 15 тысяч посмотрели спектакль онлайн. Ксения Баканова, Николай Сидоров, «События».